Всем привет-привет, вы на канале Вот ГСН, канале, на котором всегда есть что посмотреть по танкам и всегда будете знать, что вам делать, какие ивенты вас ждут, если вдруг в игру еще не заходили. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропускать, жмите на колокольчик, а еще буду благодарен за лайкосик. Итак, ребят, два изи-квеста появилось одновременно в игре. Первый — рейтинговый спринт, а второй назвали гордо квест командирский, хотя по факту я бы его назвал квест песочный. С него, в принципе, и начнем. Ничего особо сложного делать не надо, за отведенный 7 дней необходимо получить 30 побед, и за это вы получаете целых 4 контейнера песочных абсолютно бесплатно. Плюс к тому получаете 2 антенны, которые понадобятся нам уже в августе, для того, чтобы их потом толково на что-то приятное обменять. 2 коллекционных предмета, которые можно будет поменять, если я правильно знаю, на свободочку. И что самое классное, здесь у нас 3-й наградой лежит пульт номер 4. Собирайте пульты, потому что в августе мы это обменяем на какую-то красотульку от разработчиков. Ну и в конце данного квеста вы получите себе сертификат в песочницу, который гарантированно даст вам один из коллекционных танков. Ну а в моем случае я бы хотел себе премиумного гризли. Единственный танк — это гризли, который является здесь премиумным и которого у меня в принципе в ангаре нет. За ним я и гоняюсь. Кроме того, стоит отметить, что для того, чтобы пройти данный квест, за отведенные 7 дней в день необходимо делать по 5 побед. И этого будет более чем достаточно для того, чтобы пройти данное задание. Но, ребят, если будете делать на одну задачу больше и будете играть при этом в рейтинговых боях, а не в обычных, то параллельно с тем будете проходить квест на получение себе рейтингового контейнера. На пути к нему вас ждут экраны, есть целых 16 тысяч свободного опыта, внешний вид. Ну и плюс к тому есть рейтинговый обвес. Короче говоря, ребят, играйте, получайте удовольствие и в целом, выполняя простые задачи, а именно получать победы, вы сможете забрать себе. В отношении данного квестика отмечу следующее. Почему я сказал 6 побед в день в рейтинге? Просто потому что я посчитал, по золотой лиге постоянно проигрывая, ну или по серебряной лиге побеждая, проигрывая с вероятностью 50 на 50. Короче говоря, 6 побед в день более чем достаточно для того, чтобы данный рейтинговый спринт пройти и забрать себе все награды. Что ждет в рейтинговом контейнере, думаю, посмотрим. Смотрите сами, но я бы сказал, что ничего особо жирного. Да, есть прикольные 2 внешних вида, которые мне в принципе нравятся. На большинстве танков, даже на 3 топорах смотрится довольно неплохо. Ну, в общем, будет на какой-нибудь танчик чего-нибудь красивенького натянуть. Ну и опять-таки тот же самый рейтинговый обвес. В отношении серебра разработчики решили особо не раскошеливаться. Да и давайте будем говорить откровенно. Квест к прохождению крайне простой. Короче говоря, 6 побед в день и 2 квеста у вас в кармане. Также радует тот факт, что побеждая в рейтинговых боях, вы также зарабатываете себе ракеты на Шеридана ракетного. Короче говоря, 3 квеста одним махом можно вполне спокойно проходить в ближайшее время. Я пошел снимать следующее видео специально для вас. Вам желаю искренне побед в боях и как можно быстрее забрать все халявы от разработчиков, а от себя лично мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.